Аполлиновые вазы, ребята, это очень классно, Италия. Это же, можно сказать, антикварная ваза просто. Просто. Вот, кстати, ребята, это вообще раритет. Это старый Китай, Шанхай. Производство Шанхай, именно из Шанхая. Надо будет, наверное, купить. Это, конечно, просто источник наслаждения. Уникальнейшая форма, это просто вообще, просто чудо. Так, фигурки. Так, кстати, не подумайте, что здесь даже пробка. Это ваза. Я как-то встречал, видите, она ручная резка. И мне один грамотный человек объяснил, что это ваза. Уже не первый раз вижу вот такую модификацию. Это винтаж, господа, причем ручной шлиф, посмотрите. Это не пресс, это очень козырно во всех отношениях. Видите, сколько здесь добра. Главное, чтобы было много добра и не было зла. Вот сервис всего 12,90. И тарелки. И вот такие вот прям. Вот такие вот прям Echt Cobalt Winterling. Просто вообще богатство. Винтаж. Тиршенрой, да? Или Миттертайг? Миттертайг. А ты Римы какие. Ой. Это что-то. Ситцевый узор, господа, это вам, знаете, это мечта. Вот эта корона меня преследует. Она меня преследует. Это арт-деко. Просто смотрим, да? Мы же не обязаны все покупать, да? Вот ширдинг. Мы же не обязаны его купить. Мы можем просто посмотреть. Для макаронов кастрюля. Лампочка Ильича. Вот какой китайский. Рисовый.
недорого, по 6,80. Просто какие-то копейки. Вот в стиле винтаж горения. Горение. Ты гори в пол огня, не сгорая. Ты люби в пол любви, чтоб себя сберечь. Но любовь в пол огня, да-да, не согреет. Пол любви не стоит свеч. Такие вот текст мутный. Мутный от себятина, но главное не молчать. Если вы забыли слова, вы обязаны просто продолжать. Шоу мозговое, вперед, придумывайте, все будет хорошо. Все будет отлично. Так, все, заперто навечно. Тостер, Симонс. Это, кстати, очень хорошая марка, господа. Все это уже банкротится, все это... До свидания. Наш сказочный Симонс улетает в свой американский сказочный лес. Вот так. А также Милли недавно улетел тоже в сказочный лес. Туды. Ого. Какой огромный. Так, ну такое нас пока не волнует. Нас это пока не тревожит. Это все копейки здесь стоит, господа. Тут очень дешевая вот эта вся антураж. 10, 15 евро вот эти все. Вот эти все эскорт-услуги, то есть вот такие вот. 10 евро. Это такая недорогая, не близко здесь. Вот эта стеночка 180, но она большая, господа. 70-е годы. Смотрите. 180, дуб, в тени которого останавливался Пушкин. Поэтому очень даже неплохо. Так, ценности нас тоже не особо пока что тревожит. Мы не падки на это дело. Вот, кстати, вишневая стеночка. Стоит 120. Тоже 70-й. Мечта советского человека, вот такая стенка мощная. Помню, мои друзья получили трехкомнатную квартиру и где-то полгода на ящик как жили. Где-то полгода жили на ящиках.
Мы были счастливы, между прочим. Вот смотрите, 60 евро. Очень хорошая. Это бук или граб, это твердая порода. Вот такая стенка, да? И вот мои друзья получают шикарную трехкомнатную квартиру. Шикарную. Кухня 12 метров. Замечательно. Все прекрасно. Что мы делаем? Мы прежде всего обмываем эту квартиру. Обмываем день. Обмываем два. Обмываем три. И даже никто не замечал, что мебели нет. Вот, пожалуйста, вишня 80 евро. То есть, видите, здесь как-то не особая вот логика, да? Есть какие-то такие мебели, они очень козырные, да, и стоят подороже. А вот представьте себе вишня, зимняя вишня 80. Это просто, конечно, это песня. А? Это, кстати, дерево вот это. Вот. Так что что самое важное? Самое важное это, чтобы было настроение. А вот это вот накопительство, вот эти все, жажда чего-то такого, это все вторично. Это все потом, потом. Сначала настроение, радость, позитив. Вот это вот как раз важнее. Так, вещизм меня пока что тоже не волнует. Я прохожу мимо. Ну что, посмотрели здесь, да, в принципе. Книги тоже никому не нужны. Видите, книжный отдел. Пустота. В общем, магазин такой относительно недорогой, я вам хочу сказать. Вот эта вот вся вот эта группешня стоит рублей 30. Ну, столик, полтинник, что-то они, видно, у них была утренняя озабоченность. Они его оценили в 50 тенге. А так бы, может, если бы не были бы озабочены, оценили бы в 10. Ну, знаете как, под горячую руку. Вот так вот все. Вот так вот все. В общем, просто по пути ехали, я вообще не особо люблю такие магазины. Но они такие недорогие, здесь иногда можно купить какую-то полку дубовую, на которую можно ставить варенье, огурцы, там за копейки. Приятно, огурцы есть, помидоры есть, капуста, консервация, то есть где это все хранить. Вот здесь можно купить шикарные какие-то полочки винтажные, все это расположить и предаться усладам, таким вот плотским утехам, скажу я вам. Так что всем пока. Не знаю, может, после этого еще какие-то будут материалы, так что вы не обращайтесь, что я вам сказал пока, а потом опять здравствуйте. Я думаю, это не зазорно, да, лишний раз поздороваться с людьми, если мы любим друг друга, уважаем. Так что же нам теперь отказывать во встречах каких-то, в конце концов. Все у нас здесь душевно, с уважением, поэтому и желаю всем здоровья, мира и благополучия.